Привет, молодые люди, меня зовут Эрик Шоков, и сейчас, наконец-то, финал. Прошлый ролик вы видели, мы каким-то боком прошли на эту стадию, и я очень сильно надеюсь, то, что сегодня тот самый день, когда мы сломаем это гребаное проклятие и сможем пробраться дальше и выиграть, наконец-то, хоть какой-то турнир. Так, я вам сейчас покажу примерно экскурсию. Опять же, может быть, кто-то не видел. А вообще, стоп. Если вы не смотрели предыдущий ролик, я знаю, что очень резкий кадр поменялся, очень быстро. Я здесь был один, теперь вдвоем. Если что, мы сейчас находимся в Нестройке арене. Сделал небольшую рекламу. Вот вся студия. И опять же, если вы не смотрели предыдущий ролик, где мы проходили в полуфинал, пожалуйста, посмотрите и потом возвращайтесь сюда. Как-то так. А также не забывайте нажимать на большой палец вверх, а также на колокольчик. Да. Камеру уже ставят, матч должен уже скоро начинаться. И сейчас начинаем кринж-интервью. Погнали. X5, добрый день. Мы прошли финал, поэтому есть смысл поговорить о том сетапе, который у тебя есть. Я вижу сразу же ужасный, странный экран, который ты сделал. Да. Почему именно так? 24 дюйма, чтобы сделать. А здесь 27. Угу. Хорошо, если мы сегодня выиграем, получается, выиграем 100 тысяч рублей на каждого. Да. Твои девайсы в сумме сколько стоят? Это вармило 30-ку? Да. Нет, 17. 17, вармило, 17 мышка? Тысяч пять, я не помню, я просто на буткемпе взял, она лежала, я думаю. Так вот, кто ворует в клубах? Ты пример? Нет, я на буткемпе взял. Я у себя дома, грубо говоря. Хорошо. Если этот монитор бы стоил 8 тысяч? 18. 18? Учитывая, насколько большой опыт у Дениса, на сколько монитора в говне? 10 из 10. В говне. Вы слышали, я не говорил такое. А почему? В чем говно? Они, на них не чувствуется даже 240 Гц, там как будто миллисекунд меньше, больше, чем 2. Бюджетный 240 Гц. Так, что у тебя по девайсам? У тебя Zovi, EC2B? EC1C. У тебя клавиатура 40 тысяч рублей стоит? Ну, я не знаю, сколько она там в итоге вышла, когда в районе 340. Ладно, а название бренда клавиатуры? Клавиатура Glorious? Glorious. Но это просто база. То есть сильно не имеет смысла, там какая база, там еще что такое. У меня база от Glorious, она может быть любая другая, даже китайская, может быть лучше, чем эта. Вот они, пришли бороться за главный приз. Вань, мы нюк баним. Нюк банят. Так, мы баним Vertigo. Ура! Сейчас они пикнут Ancient, смотрите. Ancient пикаем. Да, пикнули Ancient. Пикаем Dust 2. Минус Over. Минус Inferno. И третья мира, как необычно, да? И что третий? Мираж. Ой, как, блядь, неожиданно. Первый Даст, второй Эншент, третий Мираж. Нет, первый Эншент, второй Даст, третий Мираж. Ладно, мужички, вам удачи. Хорошего финала, давайте начнем. Можешь себе взять пока что аванс, но если проебешь, вернешь. Все, базу не буду отвлекать. Погнали. И для чатика специально. Let's go! Ну, парни, блядь! Постоишь меня здесь, Шок? Скажи, да. Давай, подсаживай. Пустой. Сразу за ящиком слева. У меня флэш будет на выход потом. Еще раз. Где, смотри. Надо халдить за плантом. Храм живой. Невозможно выбивать. Да. Слушай, крат что-то очень злой. 4 килла, брат, 4 килла у крада. Пятый эйс, ебать, первый эйс. О, это, кстати, первый эйс на турнире. Первый эйс на турнире. Куда, пацаны, лучше? Храм идем. Помогайте ему. Он на тебя стоит. Да. Нет китов. Да? Да! Он на крас. Вон. На время. Хорош. Не успел. Алло. Вы понимаете, что Робби до конца сидел, который энгл задел? Я ставлю. Я взял проходку, да, давай. Я взял проходку. Живи. Подождал. Шок, нормально, сейчас размонтировался. Сейчас Фандер должен забирать, да. Легкий фраг для Фандера. Длинная. Длинная. Там же длинная. Хорош, парни, лучше. Нет. Флешка будет для нас? Ой, вот сейчас. О, из флешки. Фандер убивает Зизда. Пошла. Блин, о, ну нет, 3, 2, ну еще и двоих хорош в этом раунде. Вон там. Пончик стоит, такси. Справа. Еще правее. Нормально.
Но Кори. Кори. Здесь Кори. И Сити. И КТ. КТ и Пончик. Два Вика, да? Блять. Его спидом просто добьют, да? 4-7, камбэк уже полноценный. Целых 4 раунда подряд. По кайфу. Он не пикал? Я выключу. Мы зайдем близко, банан, после молика, после гранат. Просто вылетим в смок, нахуй. Готово? Я даю смок. Да, я даю смок. Давай. Кидай. Дал. Слева стоит. Длинная. Короткий. Пикает справа, банан. КТ, БТ, БРО. Убил. Пончик забрал. Минус 50. Один КТ и храм. Один КТ и храм. Ну, не берет такого слова. Ну, очень хороший камбэк дали. 7-0, 8-7. 8 подряд? Да. 8 подряд, да. Один не был. Еще один. Я убью, я убью. Никита еще. Лакшери очень сильно патси. Патси падает, селтер падает. Ну все, это... Это разъебыч. Да, это разъеб. Это просто... Шок пошел. Сори. Я крутился вокруг. Мага, окно у меня, блять. 9. Хорош. Класс красный. Класс мидл был. Или девятка. Да, красный. Я бы забрал. Да, Коль должен был. Но сейчас Илюха, да, поздно осознал, откуда придет его соперник. Это 9-й для команды Строга. Получится, не получится. Но его сейчас слева... А, его просто убьют нахуй. Ооо, Бандер! МТХ. Близко. Там. Помесь. Кидник, все такое. Хорош. Я ушел. А с нет, пончик и дэшка только. Ну, про. Я не знаю, что он стоит. Просто скажите, что вы забираете оба стоит, но... Да не, я сказал, я забрал слева бублик, но, блядь, я же не знаю, что... Бандер 1 с ВП открылся, хедшот, 15-11, такая доминация, один Строга. Ну все, да. Надо наутик кому-то сразу. А, это А. Хорош. Это А. А мог выйти. И слева, оба слева. Выиграть, ну тут, я думаю, без шансов, Строга не берет такое. Все, окей. Но если сейчас допы будут, хотя тут Строга такие... Плюшки считают, что тут вряд ли допы будут. На атаке. Сейчас давайте Анастейза, хотя... Не, мне кажется, сейчас... Ой, нога, ты чё, чел? Я так и ждал. Нет, он стоит. Два-два. Крас? Обнялся, пососался. Походу это всё. ГГМ. Первая карта в гранд-финале уходит Строго и его компании. Проходит через нижнюю сетку. У нас сейчас проблема была просто на карте. Ну, последний кол, который я слышал, это то, что мы сами их пикаем за КТ. Но играли мы очень близко. То есть у нас все было хорошо, прям очень хорошо. 8. Ну, вначале, да, но потом они просайки взяли, и мы начали там... ошибаться, где-то бегать, где-то что-то пикать, они просто сайгов нас бахали. Короче, мы два тачка играем? Да, или? Да. Да, давай я подерусь. Один раз кассе дали смок икс. Смок икс. А, ты так? Зиг запрыгнет. Два плыки. Два плыки. Еще план. Пикает, ты мне релоу. Красный, красный, попасть. Вы слышите, насколько команда Строго заряжена? Да, прям пиздец. Погнали, парни, погнали. Все, уху. Ты что, ты ебал? Да, да. Ты ебал, шо? Нормально, нормально. Я Тёмку взял. Я Зиг не вижу. Могу флэш подать. ТБ. Еще дальше. Флэш не отправил. Там на твой дом флэш. Они не вышли еще. Еще один там же. Еще даже. Мило, они ворота. Патроны закончились! Красный. Плент, брат, надо стягивать. Селтер. Либо плент, либо зигбайт. Может прыжком проверить, здесь плент есть? Да, пусть. Просто уничтожь нахуй.
Возможно, Эрик Шоков, легенда киберспорта. Та команда, которая уже в финале, она выигрывает. То есть, условно, выходишь на третью карту, ты точно выиграл. Если за две карты, соответственно, то команда, которая разыгралась, может забрать. Экспресс что-то разыгрался, да, прям? Еще минус 4. Найс! 3-7. А где Counter-Strike? Где парни-то на сервере вообще зашел? Кто-то? Я эту стол делаю, я пробегаю. Хорошо. Пик Б. Найс! Хорошо! Лучший парень, да? Оп, хорош килл, от строго спинку зашел, прочитал. Сейчас реально есть шанс вытащить. Хорошая позиционка была до тех пор, пока Эрик Шоков не оттрахал Пакси в ротик. Ой, Пакси. Флеши. И выходите на стрельбу, просто такую в рот получает. Выпил! Хорошо! Куда, блядь? Лучший парень! Давай, давай. Давай, давай. У вас есть желание пойти? Стасик, вещами и контролит часть карты. Но в это время уже 13-3, и шансы все увядают и увядают. Бля, пацаны, вы можете, нахуй, собрались. Бля, с такого счета, поверьте, можно спокойно возвращаться и ебать жопы, блядь. Просто собрались. Ванек, трахни, блядь. Причем без сплита, это просто фул файвмен на Б, и их начинает класть одного за другим. Да, это срока 3 килла, 4 аксель, скауты, все это раунд четвертый. О! Все, пошел, 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 я же говорил. Пошел. Я же говорил. Да, раунд 2. Посмотрим, Патси, еще один фраг находит. А что на первой половине можно было, блядь, так или что это минус такое? 4. А на первой половине я их не заряжал, понимаешь? А, понял. То, чем я обладаю, это... Что это? Это талант, нахуй. Я умею взбодрить. Я, понимаешь, я как фреш, нахуй, апельсиновый. Брата сыграть. Пикнул, он пикнул Патси, мидл. Я пикаю спальню. Он нишка зашел. Нишка зашел. Да, поехали. Дейл. Трое, трое. Двое КТ. Бля, я думал, выйдет с кетерка, потому что я буду его загонять, а он... Сейчас сразу пишем 3-2-2. Ебем, орлы! Пацаны, возьмите паузу, нахуй! Я серьезно. Чуть-чуть, уже похуй, еще одну берите, вообще, посмотрите! Ебем, орлы, блядь! Ебите их, блядь! Я жду длину. Раунд. Значит, кого-то широк. Дуры. Спёрт. Я буду надо ебнуть, как-то раз. Вот пиздец, блядь. Хорош! Найс! Теперь вернем тройных допов, вот, блядь! Ебем, я... орлы, блядь! Сменивай, пожалуйста. Машина! Очко. Окно мулик дал. Вытаскивает этот раунд и делает ГГ! Какая срань, господи! Еще одна! Спасибо всем за просмотр. Чудо не случилось. Мы проиграли. Посмотрим, что будет в следующем году. Посмотрите предыдущий турнир. А я прощаюсь. Пока.